проще, конечно, если ты живешь на воде. Грех не иметь какую-то лодочку. Катамаранчик, да, скутер какой-нибудь. Если она у тебя хранится прямо возле дома. Наверное, тут у каждого есть, да, практически. Тем более они стоят как, ну, очень доступно. Небольшие катерок можно за сколько там купить, да? За... Тут 9 тысяч долларов, 12. Ну, а старый можно и за 5 купить, наверное, какой-то. Можно и в корыте плавать. Можно. Весла были. Да, ну, видели такой, да, неплохой, сколько, 17 тысяч он продавался, причем уже размеры такие хорошие. Мы приехали в какое-то место такое, не знаю. Достопримечательность. Сейчас. Налево вот туда. Не знаю, что это такое, но что-то красивое явно. Какой-то парк большой такой. Там сейчас закрыто, что-то не вижу, что написано. Отсвечивает солнце. Понятно. Похоже, что врач заставляет. Ага, это музей, павильон музыки, искусства. Вот мы въехали в какой-то район такой. Вот этот дом продается. Не будем смотреть, за сколько продается, себе продается. Вот опять же высокий двухэтажный дом и рядышком одноэтажные такие домики попроще. Не знаю, вот в Сарасоте. Динозавр. Подъедем к самому берегу, посмотрим, что за рекорд. Угу, едем, да, к берегу. Вот еще домик один продается. Так спокойненько тоже тут хорошо. Там тупик прямо. Тупик, просто написали, что тупик, что нету проезда здесь. Такой краб классно держит. Ящик почтовый. А, понял, вот такой вот тупик. Угу, да, вот у них тут. Красиво-то. Вот такой тупик мы заехали. Мы просто по карте выбрали. Думаем, где тут можно поближе подобраться. А тут вот нельзя. Угу, вот водичка тут тоже. Везде. Дельфинчики. Вот такое морское. Ну, все, выезжаем из этого тупика. Такие вот домики. Приятное местечко. Да, симпатичное такое. Располагающее. Как бы спокойно. Ага, еще вот этот дом продается. Еще, оказывается, вот этот вот домик продается. Угу. Ну вот такой заливчик красивый. Там мы проезжаем. Это как парк тут идет такой. Вот можно парковаться. Погулять, посидеть. Там вот похоже, есть скамеечки. Да, с собаками гуляют. Я тебе открою там. Конечно. Кто хочет на горки? Дерево с табличкой. Друзья и соседи его посадили. Ну, такая красота, такой заливчик, прелесть. Домики красивые. Такой маленький парк. Явно сделан для соседей. Еще говорят, в Америке о людях не думают, да? Везде. Парки детские, скамейки, да. Все, что хочешь. Скамейки, везде все продумано. Я жду тебя, можешь побегать. Ой, немножко ноги обгорели. Очень жарко ходить. Красота. Берешь яхточку и отплываешь туда вот себе.